Сотрудники ГАИ задержали преступника, совершившего вооруженное нападение на таксиста. Молодой человек, который пытался заработать на жизнь частным извозом, едва не лишился жизни и автомобиля. В 2:30 утра на стационарном посту ГАИ в Запорожье появился окровавленный молодой человек. Рассказал, этой ночью взял попутчика на переднее сиденье. Неожиданно тот выхватил нож и нанес удар, целясь в шею водителя. Я достал из кармана нож и хотел его зарезать. Водителя такси хотели зарезать? Да. Ну, дальше. Ну, я сказал, беги, пока мне не поздно. Спасая жизнь, таксист выскочил из машины и бросился бежать. Преступник на его Deo Sensia исчез в направлении Ореховской трассы. Милиционеры начали преследование. Путем недолгого преследования нам удалось его остановить и задержать подозреваемого. Задержанный оказался 20-летним рецидивистом. На его счету уже 6 незаконных завладений транспортом, не считая краж и хулиганства. Потерпевшего таксиста доставили в приемный покой 5-й больницы. Рана не проникающая до 2 сантиметров шириной, ножевое ранение. Оказана ПХО раны, помощь первая и отправлен по месту жительства. За незаконное завладение транспортным средством вкупе с насилием, опасным для жизни и здоровья потерпевшего, злоумышленнику грозит до 12 лет лишения воли с конфискацией имущества.